Польша заказала еще 4 учебно-боевых самолета М-346. 17 декабря 2018 года. Bempede, livejournal.com. Польша заказала еще 4 учебно-боевых самолета М-346. Итальянская компания Leonardo и Министерство национальной обороны Польши 14 декабря 2018 года сообщили, релиз и релиз, что польская сторона реализовала опцион к контракту марта 2018 года на приобретение 4 реактивных учебно-боевых самолетов. Leonardo М-346, переведя опцион на 4 дополнительных самолета М-346 в твердый контракт. Таким образом, Польша суммарно законтрактовала 8 самолетов М-346 в дополнение к 8 уже полученным. Один из первых 8 полученных ВВС Польши учебно-боевых самолетов. Leonardo М-346 Байлик, бортовой номер 7705, в составе 4-го учебного авиационного крыла 41-й авиационной базы. Демблин, февраль 2018 года. Самолеты М-346 размещены в Демблине в специально построенных ангарах. 4-е учебное авиационное крыло ВВС Польши 4 СУС. Гимел. Плейс. Напомним, что Министерство национальной обороны Польши 27 марта 2018 года подписало Leonardo контракт стоимостью более 115 миллионов евро на поставку ВВС Польши еще 4 учебно-боевых самолетов М-346, в дополнение к 8 таким самолетам, уже полученным Польшей. 4 новых самолета должны быть поставлены к октябрю 2020 года. Контракт включал опцион на еще 4 самолета М-346, а также предусматривает поставку 7 наземных тренажеров, запасных частей и оказание технической поддержки. Теперь опцион на 4 самолета также переведен польской стороной в твердый контракт стоимостью около 130 миллионов евро. Поставка этих самолетов должна быть произведена в течение 2022 года. В стоимость данного контракта включена также доработка 12 остальных польских самолетов М-346 до так называемого уровня. Nature Standard 4193 Edition 3 F-Standard, являющегося разработанной Leonardo последней версией бортового оборудования и программного обеспечения М-346. ВВС Польши в 2016-2017 годах получили 8 самолетов М-346. Польские бортовые номера с 7701 по 7708, поставленных Leonardo по контракту, заключенному с Министерством национальной обороны Польши на сумму около 280 миллионов евро в феврале 2014 года по итогам международного тендера по программе. На новый самолет повышенной подготовки. В составе ВВС Польши самолеты М-346, польское название «Байлик», входит в состав 4-го учебного авиационного крыла 4. Скерзайд, Олетникт Пашилего. На 41-й авиационной базе в Демблине. Подготовка польского инструкторского летного состава на самолетах М-346 в Демблине была начата в феврале 2018 года. Всего Leonardo к настоящему времени поставила 68 серийных самолетов М-346, 18 ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и 8 Польши, и теперь таким образом имеет контракты на поставку Польши еще 8 самолетов. 15 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат. Bempede, livejournal.com. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.